Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен. Поэт гор тем, что дружбе плел венок. Сам он признается, счастье моих друзей мне было сладким утешением. Знаменательная дата – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – объединила ценителей русской классики в стенах КЧГУ. Валерий Суцерев с юных лет знал, что голос станет его профессиональным инструментом и сейчас совмещает учебу с комментированием футбольных матчей и изучением пушкинского наследия. Я рассказывал доклад на тему «Почему же меня так зацепила лирика Пушкина?». Как я уже говорил чуть ранее, у нас 6 июня будет 220-летие великого прекрасного человека Александра Сергеевича Пушкина, и я решил все же углубиться в его творчество, изучить его поглубже, и, безусловно, оно меня зацепило. Знание вечно, познание бесконечно, да, как говорится, поэтому важно быть частью всего этого, потому что Александр Сергеевич Пушкин – это наше все, и мы должны узнавать о нем больше. Мы изучаем всю свою жизнь Александра Сергеевича Пушкина и всегда находим что-то новое для себя. Произведение Александра Сергеевича Пушкина занимает видное место в Золотом фонде мировой литературы. Выражаясь словами Аполлона Григорьева, Пушкин – наше все. Ведь Александр Сергеевич сформировал литературный русский язык, став неотъемлемой частью национального культурного кода. Заявлено очень много докладов, это где-то 70 докладов студенческих, очень таких, как говорится, освещающих в целом разные аспекты его творческой деятельности, что по языку, что по литературе. Сейчас мы находились на пленарном заседании, а сейчас она завершит свою работу, и студенты разойдутся по своим секциям. В череду мероприятий фестиваля, посвященных великому поэту, вошли пушкинский диктант и конкурс чтецов, завершающийся под литературно-музыкальное представление на главной площади университета с красивым представлением романсов и чтением стихов. Элина Стежева, Айза Джеттоева, Ливан Задзамия, Архыз 24.